Попытка постичь человеческим разумом тайну триединства Бога столь же тщетна, как и попытка ангела-младенца перелить воду из моря в маленькую ямку. Аллегорический смысл видения Августина раскрыт наглядно и обстоятельно. Показана и Троица в виде диска с тремя лицами. А с какой тщательностью пытается художник освоить линейную перспективу. Даже море уложилось в рамки сужающегося вдали потока. По-античному прекрасно обнаженное юношеское тело святого Себастьяна, христианского мученика, расстрелянного римскими легионерами при императоре Диоклетиане. Художник с великой непосредственностью поставил свою подпись на стреле, вонзившейся в шею юноши. Но обобщенность формы говорит о новых исканиях времени и придает образу значительность. Кажется, мы, зрители, отвлекли младенца от важного занятия. Он обратил на нас внимание, и мягкая улыбка чуть тронула губы Мадонны. В уголках легли легкие тени. Оказывается, из тени и света могут быть сотканы не только объемы, но и чувства. Thank you.
самой живописной технике, в движении руки художника по холсту есть ощущение артистизма, изысканной утонченности, свойственных Ван Дейку в зрелый период. В мастерски исполненной картине художнику удалось сохранить свежесть непосредственного наброска, эскиза с натуры. Этот холст и парный к нему, тоже хранящийся в Эрмитаже, пруд в Монжероне, созданы Моне в период расцвета импрессионизма. Легко и свободно кладет он на огромные холсты быстрые и точные мазки цвета, воссоздающие свет, воздух, движение, красоту живой, дышащий осенним холодом природы. В этом портрете Сезанн воплотил скорее не конкретные черты, а тип человека, рожденного на земле и под солнцем Прованса. Вместе с тем в нем тонко выявлено индивидуальное состояние курильщика, погруженного в себя, завороженного своими мыслями и настроениями. Thank you.
Гойя однажды сказал: «У меня три учителя — жизнь, Веласкес и Рембрандт». Эти слова вполне применимы к портрету актрисы Антонии Сароте. К урокам своих учителей Гойя добавил трепетность и страстность чувства — знак грядущего романтизма. Аллегорический средневековый сюжет, напоминание юношеству о заблуждениях и путях праведных в суете мирской, совершенно растворился в изысканной красоте цветов и трав Турени, расцветших под искусными руками французских ткачей эпохи Возрождения. Thank you.
Живопись барбизонцев открывала не только новые реальные сюжеты для живописи, но и подводила к открытию нового живописного языка, языка свободно нанесенного на холст цвета. Это диктовал пленэр, и оставалось совсем немного до того момента в истории французского искусства, когда молодой художник Клод Моне, сказав вслед за барбизонцами «Пишу то, что вижу», добавит «И так пишу, как вижу». И это будет рождением импрессионизма.